Ракетный удар по Харькову произошел около 8:30 утра. Снова под ударом центр города, Киевский район. Было разрушено два объекта. Первый – это попадание в высшее учебное заведение. Были разрушены 4-й и 5-й этажи здания. Пострадавших нет, был пожар, его потушили. Второй снаряд попал в жилой дом. Стены выстояли, но вылетели все окна и двери. Пострадали жильцы этого дома – женщина и мужчина. И также еще одна женщина соседнего дома. Всего, по данным полиции, в результате ракетного удара по Харькову 5 февраля 5 пострадавших. Сейчас на месте работают все службы, разбирают завалы, проводят поквартирный обход и спрашивают у жильцов, что им нужно. Всем, кто нуждается в переселении, обеспечат общежитие. Как рассказал мэр города Игорь Терехов, вражеские снаряды продолжают попадать по Харькову, по центральной части его города, по домам, рядом с которыми нет никаких военных объектов. По предварительным данным, было два попадания ракет типа С-300. Одна ракета попала в учебное заведение. Вторая – в том месте, где мы с вами находимся, упала возле многоэтажки. Два человека доставили в больницу. Это женщина и мужчина. Всем остальным оказана помощь на месте происшествия. Они отказались от транспортировки в больницу. Уже открыто уголовное производство по части 1 438 статьи «Нарушение законов и обычаев войны» Уголовного кодекса Украины.